участники и гости нашего праздника. Торжественная линейка, посвященная празднику последнего звонка, объявляется открытой. Сегодня на нашей торжественной линейке присутствуют гости. Поляков Сергей Александрович, заместитель главы администрации города Симферополя. Алексей Павлович, председатель комитета Государственного совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Зинченко Алексей Сергеевич, председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым. И друг нашей школы Бочкарев Евгений Григорьевич, подполковник, заместитель командира военно-политической работы 107-го Симферопольского артиллерийского полка, член комитета Крымского регионального отделения Российского союза ветеранов. С чего начинается школа? С директора, прежде всего. Вот с этого ответственного мужчины, которому так много дано. С чего начинается школа? С директорских пристальных глаз. Вот с этого серьезного мужчины, который помнит о каждом из вас. Слово предоставляется директору нашей средней общеобразовательной школы номер 5, приведен Дмитрию Андреевичу.